Республиканский референдум по поправкам в Конституцию Республики Казахстан. Референдум проводится на всей территории Казахстана. Участие в нем добровольное. Казахстанцам, участвующим в референдуме, должно исполниться 18 лет. В референдуме не имеют права участвовать граждане, признанные судом недееспособными, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. В Конституцию Казахстана планируют внести 56 поправок к 33 статьям. На их основании будут внесены изменения в 20 законов. На референдум вынесен вопрос. Принимаете ли вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте закона Республики Казахстан о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан, опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года? Вынесенный на референдум вопрос считается принятым, если положительно проголосуют более 50% избирателей. Голосование будет проводиться в день проведения референдума с 7:00 до 20:00 по местному времени. 5 июня 2022 года состоится республиканский референдум по поправкам в Конституцию Республики Казахстан. Важен голос каждого!